Всем привет, мы на Ксине, мы с вами. Тут небольшой мотель придорожный увидел. Со стороны выглядит вот так вот. Кафешечка и само здание. Вот. Сейчас мы с вами его обозрим, посмотрим, что к чему. Итак, поехали. Вот мы и внутри. Внутри заброшенного отеля. Строительство забросили, потому что, скорее всего, расширяться будут. Ну, дорога, в смысле, будут расширять. Поэтому здесь все приостановилось. Хотя, черт его знает, может быть, и продолжат. Вот. Матрасик тут, короба какие-то лежат. О, второй этаж есть. О, даже подвал есть. Чего у нас там в подвале? Эх, не вижу. Ну, большая высота, большая. Попробуем на второй этаж подняться. Посмотрим, что там. У-у-у, птичка вылетела. И напугала меня. О. Да, лестница-то на самом деле пипец какая опасная. Во, на втором этаже. А, ну, это должны были быть номера. Там уже крыша. Все утеплено. Хорошая должна была быть гостиница. Раз номерочек. Два номерочек. Вид из окна вот такой вот забавный. Третий номер уже такой побольше. Трасса М4. Ну и вот, скорее всего, трассу будут расширять, поэтому вопрос встал по поводу того, вообще нужно это или не нужно. Ух. Один. А может, это люкс вообще? Тут что, не до конца потолок сделали? Стяжку не до конца нарисовали. Угу. Ну, тоже такая комнатушка маленькая, небольшая.
О, диски какие-то лежат. Тут какой-то инструмент. Нет, эти ручки от дверей, от окон. Бон Джови. Ну все, в принципе, тут больше на самом деле-то смотреть-то и не на что. Вот. Поэтому идем на выход. Вот такой вот интересный объект нашел. Очень высоко. Очень высоко, поэтому я камеру выключаю и потихонечку спускаюсь вниз. А, вот тут в окошечке кафешка. Ну, кафешка закрыта. Вон колодец. Там он вдали туалет есть.